Сегодня 14 ноября. 155 лет назад, 14 ноября 1868 года, был утвержден Устав Самарского общества потребителей. Данную организацию создали исключительно в благотворительных целях, а вот просуществовало это общество недолго, менее года. Ровно 100 лет назад, 14 ноября 1923 года, газета «Коммуна» сообщила своим читателям о том, что в Самару прибыли перебежчики из Польши. Среди них были не только поляки, но и белорусы, евреи, русские. По словам бежавшим, к самовольному переходу границы в поисках защиты у советской власти их вынудили непрерывные преследования польского правительства. К слову, многие из этих беженцев имели в СССР родственников. Ежегодно 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда. В народном календаре сегодня Кузьминки. По традиции в этот день доигрывали последние свадьбы, ковали счастье молодых. В народе этих святых считали покровителями ремесел, а также брака и семейного очага. А еще говорили, что на Кузьминке пора садиться шить зимние вещи. Эти и многие другие интересные события произошли в 14 день ноября. Позитивного настроения вам и удачи в делах!